Ну что, друзья, можно поздравить всех с началом криптозимы. Погодка соответствующая. Но на самом деле, что же происходит на рынке? Давайте попробуем ответить на этот вопрос, а также попробуем сейчас выучить некоторые очень важные уроки по поводу происходящего. Итак, во-первых, друзья, если вы прочертите линию поддержки на недельном таймфрейме, вы увидите, что биткоин сейчас находится в районе очень сильной поддержки. Второй момент, который надо понять, это то, что рынок никогда не играет так, как мы хотим. Он идет вверх, он идет вниз, так, как он хочет. Поэтому нам надо научиться извлекать пользу из движения вверх, из движения вниз. Было движение вверх, объективно, но было очень сильное. Биткоин находился на самом своем хай, на самой высокой точке за долгое время. И что мы делали? Многие в эйфории покупали. Правильно ли это было? Боюсь, что нет. Сейчас биткоин снизился, произошла хорошая коррекция, восходящий глобальный тренд до сих пор не сломлен. И что мы делаем? Многие просто паникуют, вместо того, чтобы сейчас докупать. Говорят, что с точки зрения искусственного интеллекта человек не учится. То есть мы постоянно повторяем одни и те же ошибки. Нам надо научиться этого не делать. То есть, на самом деле, сейчас многие альткоины в хорошей зоне откупа. Если вы не разочаровались полностью в криптовалюте и не вбили себе в голову идею, что все, и полный конец пришел, просто потому что происходит коррекция, когда мы бы не хотели, сейчас хорошее время для закупок. Но часто мы так не делаем. И что нас может научить? Отучить от неправильного и научить делать правильно, да, это боль, потери. То есть, когда мы понимаем, что надо бы разделить свой депозит на две хотя бы, или в лучшем случае три части, и покупать на одну часть, вторую часть хранить на случай просадки, чтобы можно было докупить. Но нам же так неинтересно, потому что нам интересно сразу зайти на хорошую сумму, и чтобы мы, естественно, получили хорошую прибыль. А прибыль хорошая не идет, а рынок дает нам возможность докупить по более выгодной цене, а мы эту возможность использовать не можем. Из-за чего? Из-за жадности. У меня на канале, кстати, есть интересное видео про жадность, советую обязательно посмотреть. Напишите свои мысли о рынке в комментариях. Напишите, как вы думаете, действительно ли сейчас хорошее время, чтобы выучить вот этот урок про то, что надо делить депозит, действительно ли сейчас хорошее время для закупок. Я сам хочу сказать, что я не думаю, что исключается возможность дальнейшей просадки. Я тоже на нее даже рассчитываю и откладываю часть средств для докупок по дополнительных закупок по еще более низкой цене. Но посмотрим, что будет. Надо помнить, что рынок никогда не играет по нашим правилам, он всегда даже играет, старается против нас. Поэтому надо быть осторожным, бдительным и правильно поступать. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я указываю конкретные зоны хороших цен для закупки альткоинов, например, и которые дают хорошие проценты, или даже так называемые иксы, когда монета вырастает в цене в 2 и больше раз. Поэтому подписывайтесь на канал, ссылка будет в описании, подписывайтесь на YouTube, пишите в комментариях свои мысли, пожалуйста. Давайте немножко интерактивчика, но всем же будет интересно. Ставьте палец вверх и до новых встреч!